Друзья, всем привет! Предлагаю испечь замечательную шарлотку с изюмом и яблоками. Изюм заливаем горячей водой на 5 минут, затем воду сливаем. Яйца немного взбиваем миксером. Добавляем сахар и продолжаем взбивать еще 3-4 минуты. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем. Теперь взбиваем на низких оборотах миксера или перемешайте до однородного состояния при помощи лопатки или ложки. Такое тесто должно получиться. Добавляем яблоки, нарезанные на небольшие кусочки. А также изюм и хорошенько все перемешаем. Форму застелить пергаментной бумагой, у меня силиконизированная, или смазать сливочным маслом. Выливаем тесто в форму. Ставим заранее разогретую духовку 180 градусов и выпекаем до готовности, примерно 35-40 минут. Готовность проверяем при помощи деревянной шпажки, она должна оставаться сухой при прокалывании. У меня пирог выпекался 35 минут. Даем немного остыть в форме. Очень вкусный, ароматный пирог подавайте с чашечкой горячего чая или кофе. Всем приятного аппетита и хорошего настроения! Буду рада вам за подписку, лайки и комментарии.